Исходно берегом назывался только сам крутой спуск к воде, а самый низ которого бьются волны моря. Или по-другому сказать, так назывался только сам крутой подъем от воды моря и до самого-самого-самого. А то, что находится на вершине всего этого подъема и туда дальше, то считалось находящимся на берегу. То есть от воды вверх поднимается сам берег, а дальше от самого верха берега это все уже на берегу. Слово «берег» родственно не очень русскому слову «берг» в значении «гора» или в значении «высота». Слово «берег» есть сокращение его исходного вида. Впереди нет нескольких букв и нет некоторых знаков внутри слова. Слово «берег» есть слово одного из вода со словами «бережок», «беречь», «гора», «бугор», «оберегать», «обречение», «овраг» и «буерак». Слово «берег» имеет отношение к словам «река» и «море». Оно имеет прямое отношение к слову «бриз», так называется ветер у морского берега, и к нему имеет отношение слово «брик», вид парусного судна. Кстати, человек обреченный – это человек, которого понятной, ясной речью приговорили к чему-то нехорошему. Это человек, которому высказали какую-то речь, приговор, определившую его судьбу. И раньше бывало обреченный человек от осознания безысходности и безнадежности своего положения прыгал с высокого берега в пучину моря.